В Центре развития образования прошло награждение победителей и призеров творческого конкурса «Мастерица». Чтобы изготовить такие необыкновенные изделия, нужно же ведь как-то этот образ себе представить. Должно что-то родиться в голове, чтобы потом это положить либо на бумагу, либо на холст. Вы большие молодцы. Ежегодный конкурс «Мастерица» проходил среди педагогов среднего и дошкольного образования. Отборочный этап состоялся в апреле этого года и был посвящен Дню труда. На выставке представляли рисунки на холстах, статуэтки, кукол и костюмы. Всего победителями-призерами стали 14 человек. Им вручили дипломы и денежные призы. Шили, вышивали, творили вот такие интересные корсеты из эпоксидной смолы. К этой коллекции еще есть аксессуары, сумочки, выполненные на лазере из дерева. Это очень кропотливая, долгая работа, длиной в целый учебный год. Я была очень рада, что я победила. Работа моя «Березка». «Березка» – это символ России. Моя работа сделана полностью моими руками из бисера и гипса. Я была очень рада, что мою работу заметили, что мы часто с детьми участвуем во всех конкурсах, но это лично моя победа, да, и я была рада.